Привет, хендмейдер! Настя, ты спишь? Сегодня мы покажем тебе, как сделать классную оригинальную копилку. А знаешь, из чего? Из пластиковой бутылки. Из пластиковой бутылки. Из пластиковой бутылки. Отрезаем от бутылки вот эту часть и вот эту. Середину не выбрасываем, оставляем. В следующем видео я покажу, что из нее можно сделать. Классно! Теперь нам понадобится скотчик. Отрезаем полоску из фоамирана и обклеим центр нашей бутылки. Ушки вырежем из розового глиттерного фоамирана. Наша свинка будет супер гламурная. Супер гламурная. Для глаз я взяла бегающие глазки. Теперь вырежем лапки, тоже из розового фоамирана. Теперь сделаем пятачок. А хвостик тоже вырежем из розового фоамирана. Вот такая прикольная свинка-копилка у нас получилась. Сюда вы можете с легкостью положить любую монету, а также поместятся и любые бумажные купюры. Оп! Лучше высовывать. Давай, туда, вот так вот. Раз, как ты будешь денежку туда? Вот так вот, с легкостью. Вот, первое накопление уже есть. Это отличный мотиватор для детей копить деньги. И потом купить еще какую-нибудь классную игрушку.